Должники лицензии не получат. Депутаты Самарской губернской думы предлагают расширить список требований, на основании которых управляющей компании можно отказать работать в сфере ЖКХ. Если инициатива получит одобрение правительства России, лицензии не получат коммунальщики, задолженность которых перед ресурсоснабжающими организациями превышает трехмесячный объем сбора за коммунальные ресурсы. На профильном комитете инициативу одобрили. Задолженность, которая возникает свыше 3 месяцев, она же как снежный ком накапливается, и потом-то деньги они ниоткуда больше не упадут, если стабильно не платить нормально. Да? Вот. То же самое и когда стабильно люди не платят. Они тоже не получают такого качества проживания. Да? Поэтому я считаю, что нужно как-то думать, выкручиваться, но следить за четкостью платежей. И те, которые свыше 3 месяца задерживают, нужно как-то вот с ними работать в плане лишения лицензии и просто невыдачи лицензии. Если мы обратимся к тому, к той позиции, что вообще не должна управляющая компания иметь задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, то тогда ни одна управляющая компания просто-напросто не получит лицензию. Почему? Потому что текущие задолженности всегда есть. Мы ограничили эти задолженности вот этими 3-месячным сроком.